Еще одна интересная атака. Стерлинг убирает мяч хорошим движением. И здесь несколько игроков перед воротами. И все-таки мяч в сетке. Это Давид Сильва. 13-я минута. Хороший удар не пропал. И Манчестер Сити, пожалуй, сейчас переиграл Стяуо в той игре, в которую Стяуо пытался играть с самого начала. Перехват на чужой половине поля. И ловля соперника на ошибке. Давид Сильва. Стяуо Ман-Сити. 0-1. Здесь, конечно, оказался совсем не расторопен Тошка. 13-й номер оказался еще и несчастливым. Он здесь, и не такая легкая была передача для Давида Сильвы от Рахима Стерлинга. Хотя тот блестяще сработал здесь на скорости, на перехвате. Но вот отдал он мяч не так удобно. Хотя, может быть, вот смотрите, ведь там еще был Нолито. Может быть, передача вообще адресовалась не тому футболисту. А Давид Сильва просто перехватил ее. Здесь свободная зона оказалась в середине. Отлично сыграл Стерлинг. Какой красивый мяч забивает Манчестер Сити. Это Агуэро. Оказывается, ему просто противопоказано сегодня подходить к 11-метровой отметке. Но забивать он не разучился. Стяуо Манчестер Сити. Серхио Агуэро. 0-2. Четыре удара, два из них в створ ворот. И только один забитый мяч. Но какой он получился. Здесь все было прекрасно. И эта передача. И снова, кстати, Стерлинг становится автором голевого паса. Вторую голевую передачу отдает седьмой номер. Была совершенно осмысленная с его стороны скидка партнеру. Не просто остановка мяча, но и очень удобный пас партнеру набежавшему. Ну и... Большое пространство оставалось за спинами центральных защитников и до Кабальеро, и туда врывались футболисты Ман-Сити. А сейчас передача, офсайда, кажется, нет. Но Лито забивает третий мяч. Невероятный гол Манчестер Сити. Как они сумели вывести Нолито в эту позицию, и как все они вместе избежали офсайда, будем разбираться на повторе. Вот, наконец, режиссер нашел настоящего Нолито, пытаясь сначала выдать за него Отаменди. Развитие атаки. Нолито, кстати, начинает. Нолито подхватывает после того, как мяч отскочил от Салли. Передача Дебрёйной. Дебрёйной делает этот пас. Ну и вот теперь хорошо видно, что все это происходит из-за того, что Энаке, крайний защитник, 44-й номер, оказался несколько не в одной линии со своими партнерами. И он позволил Нолито открыться и избежать офсайда. 0-3. Манчестер. جميل الكرة متبادلة بين نوليتو وأغويرو بالنهاية يسجل هدف رابع وينهي الأمور تماما لاحظ الكرة الرائعة الثانية بين ثم دي بروين نوليتو وأغويرو نوليتو وأغويرو ثم يسدد مباشرة على المرمى لاحظ الكرة الجميلة هذه لعبة تدرس يا سلام يا سلام على التيكي تاكا في مانشستر سيتي نحن نلاحظ التغيير نحن نلاحظ الفرق في يعني هذه اللعبات الجميلة بين الثنائي نوليتو وأغويرو في مرتين تمريرة وصلت عند أغويرو في مكان ممتاز سدد وسجل هدفا رابعا لمانشستر سيتي هدف جميل ينهي إلى نصف نهائي دوري الأبطال هنا كرة عند أغويرو خمسة وهاتريك للنجم الأرجنتيني الكبير جدا كون أغويرو عوض ضربتي الجزاء وسجل هاتريك في مباراة اليوم 5-0 الآن يسجل منها أغويرو ثلاثية لاحظ التمريرة البينية ممتازة جدا من جانبي
فرناندينيو عند أغويرو الذي استقبل الكرة وتقدم وسجل الهدف الشخصي الثالث وهدف خامس لمصلحة مانشستر سيتي. 5-0 نتيجة ثقيلة، نتيجة ثقيلة في أول مباراة في تاريخ لقاءات الفريقين على مستوى الأوروبي. 5-0 كنا أغويرو في هذه المباراة يتألق تألق كبير جدا حتى مع ضياع ضربتي الجزاء. ها هم الكبار، نعم ضربتي جزاء ضاعت لكن لم تؤثر عليه على